В будущем году на ремонт региональных и местных дорог в Югре планируют потратить почти 12 миллиардов рублей. Достаточно ли этого? Этот вопрос сегодня вызвал бурное обсуждение на заседании фракции «Единая Россия» в Думе Югры. На предстоящем заседании окружного заксобрания депутаты будут утверждать бюджет региона на 2023 год. В будущем году казна пополнится на 287 миллиардов рублей. Поступления в бюджет будут обеспечены в основном налоговыми поступлениями. Что касается расходов, то на будущий год запланировано почти 330 миллиардов рублей. 70% бюджета направят на социальную сферу. Например, на образование запланировали больше 97 миллиардов рублей. Налог на имущество, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Вот эти три, скажем так, кита в доходах, на которых базируется наш бюджет. Налог на имущество – это один из таких стабильных налогов. Прибыль, мы понимаем, тут есть нюансы, да, потому что стоимость барреля нефти, там экономическая ситуация в мире, а налог на имущество, он как бы стабильный налог, поэтому он сохранится, я думаю.